сказать, что вообще город Мурманск построен на костях трески. Не зря улицы Мурманска названы в честь прославленных рыбаков – Егорова, Шабалина, Буркова. Юрий Задворный – их преемник. Он прошел путь от четвертого помощника до капитана и 33 года назад вышел на пенсию. Но с морем так и не расстался. Перешел в совет полярников, возглавил рыбодобывающее предприятие. Теперь ходит в рейсы, обкатывая новые суда. Природа так устроила. Человек от рождения и до самой смерти – хочет кушать. А еда, может быть, это звучит прозаично, но еда – это первостепенная потребность человека. Человек не будет ни творить, ни сочинять прекрасную музыку, если он будет голодать. И ничто остальное ему не нужно. Поэтому рыбная промышленность в Мурманске есть, была и будет. Вот об этом я хочу рассказать ребятам, девчатам. А заодно привлечь молодежь на борт. Ведь и сейчас дело остается весьма прибыльным. По словам Юрия, именно зарплаты рыбаков поднимают средние оклады по региону на высокий уровень. В индустрии ждут специалистов самых разных профилей. Александра Клепцова, Даниил Пугачев, ТВ-21+.